Смотровая площадка имени Марии Драган в столичном секторе Чукана приходит в негодность. Отремонтированный в 2019 году тротуар начал разрушаться. Аварийный участок огородили лентой, но ее быстро оборвали. Наступило... Один камушек перевернулся, там ребенок упал, или там, не знаю, не дай бог, там ножку сломал, или еще что-нибудь. Ну, скорее всего, да, они тем более все на самокатах, на велосипедах. Родители все-таки должны следить за своими детьми. Но было бы здорово хотя бы написать, зачем это делается, вот эту вот ленточку, чтобы понятно было, чтобы люди не отрывали. Во-первых, проваливается земля. Существует опасность, что дети на велосипедах, самокатах могут получить травмы. Покрытие слишком быстро деформировалось. Это ненормально. Люди недовольны качеством работ. Конечно, это нехорошо, вложено много денег, но все проваливается. Лучше было бы инвестировать в хорошую работу. Инвестиции сделаны, но на что пошли деньги, не знает никто. Ну, конечно, это плохо, когда ремонтируют, и потом через год опять все заливается. Да, у нас подземные воды, да, у нас как бы все уходит, но, наверное, при ремонте строительства надо это учитывать. У нас не сегодня это появилось. Кто-то давно смирился с таким положением дел. С этой стороны оползни, что бы ни сделали, все равно земля уходит. Не так все страшно из того, что я видела. А у нас что соответствует качеству? Ничего. Глава отдела благоустройства и уборки столичного управления ЖКХ Василий Эфрос сообщил, что причины возникновения проблемы выясняют. Он заверяет, при укладке дорожного покрытия были соблюдены все технические нормы. Когда мы проводили работы, все было хорошо утрамбовано, по всем правилам. Но после снега могли быть изменения. Не исключена и проблема с некоторыми сетями. Ждем, что скажут эксперты. На обустройство смотровой площадки на улице Марии Драган столичной мэрии было выделено 3 миллиона леев.